О правилах безопасности дорожного движения напомнили младшему поколению в ходе игровой программы от ЛДК. Состоялось мероприятие в парке и охватило собой всю детвору, пожелавшую принять участие в полезной игре. В летний период Леневский дом культуры продолжает работать. Сегодня проведется игровая программа для детей. Очень актуальная тема в летний период. Пешеходы, переход дороги в правильных местах, знание правил дорожного движения, знание знаков дорожного движения. Сегодня здесь несколько подготовлено станций. Они будут проверять себя на знание знаков, загадки будут загадывать. Также будут некоторые эстафеты на быстроту и скорость, ловкость. Всех ждут подарки, призы сладкие. Сладкие подарки предстояло заслужить своими знаниями и расторопностью. Активное участие детворы в игровой программе организаторами приветствовалось. Они и сами постарались устроить для маленьких участников встречи настоящий детский праздник, познавательный и яркий. Три, четыре! Три, четыре! Раз, два! Кто шагает дружно в ряд? Каждый участник игры получает удостоверение пешехода. Туда будут вписываться промежуточные результаты прохождения игровых заданий. Ребят ожидало несколько станций с разнообразными задачками, объединенными одной общей темой – правилами безопасности дорожного движения. Станция «Расшифруй» потребовала от участников игры повышенной внимательности и знания цифр и букв. Разгаданная шифровка давала возможность прочесть одно из правил поведения на дороге. Название станции «Отгадай загадки» говорит само за себя. Индивидуальная работа, когда отгадывает один. Остальные, по возможности молча, ждут своей очереди. Какой свет нам говорит? Проходите, путь открыт. Вот туда встать. Правильно. Какой свет нам говорит? Вы постойте, путь закрыт. Правильно. Кто пешком всегда идет, догадались? Правильно. Пазлы – одно из любимых занятий, способных объединить всю семью. На станции «Собери знак» детвора из кусочков картинки собирала целую. Совсем маленькие могли воспользоваться помощью мамы-бабушек, сопровождающих ребятишек всю игру. А вот где помощь не понадобилась, так это на эстафетах и игровых конкурсах. Ребятишки с удовольствием катались на самокатах, но не просто так, а змейкой. Здесь равных не было самокатчикам, которые постоянно катаются и совершенствуют свое мастерство. При этом ребята знают, как важно соблюдать правила на дороге, чтобы не пострадать самим и не причинить вред другим участникам дорожного движения. Ну, надо слезть с самоката, посмотреть направо-налево и потом, не вставая на самокат, идти пешком и держать его в руках. Еще одна любимая детская игра в домике. Их количество постепенно уменьшается, отсеивая игроков. Сдружиться незнакомым ребятам помогла финальная эстафета. Взаимодействие друг с другом – одна из целей командной работы. А вот и заслуженные награды. В зависимости от количества набранных баллов, надо сказать, с пустыми руками с мероприятия не ушел никто. Дети остались довольны.